Белорусский рубль в одной петле с российским. Белорусский рубль не может быть независимым, потому что белорусский рубль привязан намертво, накопре к российскому рублю. Российский рубль – это не рубль, который является свободно конвертируемой валютой, стабильной, предсказуемой, который реагирует на спрос и предложение и не подвержен никаким другим шокам. Российский рубль подвержен и Пригожинами, Кувалдией, Медведевой и путинскому режиму, потому что это деньги, которые всегда используются тоталитарными режимами для своих целей. Как и белорусский рубль, как только Лукашенко захочет изъять 20-30% сбережений, накоплений к юридических лиц и населению, он точно так же это сделает, друзья. Не будет ни минуты сомневаться, если будет это означать укрепление, сохранение своей власти или просто латание дыр в своем бюджете или бюджете тех предприятий, от деятельности которых он непосредственно